Так, в работе велосипед скоп. Извините, руки трясутся, я немножко болел. Куб Scale. 12-скоростная сковородка с огромной трансмиссией. И вот такой вот у нас срам стоит. И вот такой вот у нас срам стоит. На 12 скоростей. Все работает отлично. Клиент отъездил, получается, год на нем. И сейчас у нас пожелания клиента вот такие. SRAM GX. SRAM GX с Алиэкспресса. SRAM GX с Алиэкспресса. Значит, серийный номер с Алиэкспресса затерт. То есть, если вы видите затертый номер, значит, это с Алика. Откуда-то там с фабрики. Либо номера двойные, либо он ворованный с Алика, с завода. Ну, короче, типа оригинал. Вот так вот у нас выглядит то, чем пытались мы, не мы, точнее, а клиент, помыть цепь. Она не отмывается таким. Отмывается она другим. И у нас уже готовый сквирт. Клиент принес. Покупал у нас в том году баночку. Вот отлил сразу, чтобы мы больше не израсходовали. То есть переводим цепь на парафин. Отмываем. Заменяем переклюки. Вот те, которые показал, вот на вот эти. Показываю, что получится. Итак, неделю вот в этом растворителе 646 лежала цепь. Ничего не растворилось у нас. А вот так вот у нас, я не знаю, секунд 30 цепь лежит. Видно, сколько уже вышло из нее грязи. Это керосин. Это мне посоветовал очень известный тверской мастер. За что ему большое спасибо. Я у него очень многому учусь. Но в конце все равно будет обезжириватель. Потому что даже керосин оставляет масляные пятна. Надо обезжиривателем все удалить. Так что пользуйтесь правильными средствами для очистки. А не вот всем подряд. Итак. Прозрачный растворитель, который не растворяет. Мутный керосин, который вот помутнел. Теперь я немножечко вторичным обезжиривателем все это промою. И потом уже буду промывать чистым. И каждый раз после того, как я вторичка буду... Каждый раз после того, как я буду промывать обезжиривателем, я буду сначала сушить. Сушить, стряхивать, скажем так, пыль. И потом уже еще раз промывать до тех пор, пока не станет он полностью прозрачный. Клиент сказал, сохраняем старую рубашку, поэтому я ее просто немножечко подрежу, потому что вот эта вот волосня, которая уже отсюда вышла, она мешает нормальному ходу тросика. Подрежу вот буквально 2-3 мм и развальцую нормально. Так, переднюю звезду мне не удается открутить, закручена очень сильно, видимо, закисла, поэтому буду мыть прямо на велосипеде, аккуратненько, осторожненько. Кассет надо помыть обязательно перед переходом на парафин. Втулочка у нас скребет. Сейчас открою, посмотрю, это шарики, не шарики. Что с этим делать? Вот типа текущее время. Ночи, не дня, разумеется. Значит, продолжаем работу. Обезжирили, отмыли. Обезжирили раз 10, отмыли раз 5. Кассета полностью отмыта, все круто. Не пойму. Стою, значит, и не понимаю, как вот это вот настраивается, потому что если я его ставлю правильно, как положено, что вот это ушко было выше упора, переклюк стоит почему-то вниз. Выглядит это вот таким вот образом. И цепь укорачивать в два раза. Ну, это как-то глупо. А это ушко по-другому никак не ставится. В общем, не знаю, пойду сейчас гуглить в интернете, что за история. Это получается, мне вот настолько надо укоротить цепь. А, блин, тут 20 звеньев, чтобы переключатель встал в нормальное положение. Чего-то я не понимаю. При этом он здесь будет тогда очень далеко. Наклон переключателя все равно неровный. Вообще непонятно. А вот так вот цепь выглядит у нас в обычном положении. То есть стоит ушко. На упоре петуха все правильно. Винт выкручен. Можно винт закрутить и еще вот так вот отогнуть дальше. При этом ролик у нас полностью прижимается. То есть нам надо ролик отвести хотя бы вот так вот. Представляете, сколько цепи мне надо укоротить. Непонятно. И, кстати, про износ цепей. Здесь-то они у нас одинаково закреплены. Вот эта цепь старая, вот эта цепь новая. Слева старая, справа новая. Смотрим. Вот она пошло-пошло. Видите, насколько уже уходит? То есть на там 30 сантиметров цепи уже растяжение. Видите, насколько?
То есть вот эта цепь уже очень сильно растянулась. И до самого низу у нас получается, что цепь растянулась, ну вот, блин, дофига. Вот вам пример растяжения цепи между старой цепью и новой. Что ж, все готово. Я разобрался, как и что укоротить и настроить. Такая красота. Переклюк работает идеальненько. И осталось нам употребить, видите, какую штучку. Велосипедные наркотики для цепи. Это у нас сквирт. Смажем цепь, и велосипед уедет кататься.